Среди депутатов представители всех слоев советского народа. Рабочие, колхозники, интеллигенция. Здесь можно встретить чабана, космонавта, ученых. Салют, народ! Я Саша Жучкин, и буквально полчаса назад я купил второй советский утерянный чемодан у старьевщика и сейчас направляюсь к очень интересному человеку для того, чтобы открыть этот багаж вместе с ним. Ну а пока я к нему иду, не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Погнали! Здрасте! Здрасте! А мы, знаете что, Леонид Михайлович, мы хотим, чтобы вы сегодня в нашем ролике снялись, в нашем видео со мной. А именно, зачем? А, смотрите, я купил советский чемодан потерянный, ну вот, и мы вместе с вами его откроем и посмотрим, что в нем хранится. Потому что, поскольку вы человек из той эпохи, будет интересно услышать ваше мнение. Ну, что ты понимаешь? Вот, в общем, так вот, вы готовы мне помочь? Так, а я в таком виде. А ну, переоденьтесь, как хотите. Он что, вообще его не открывает? Вообще, то есть это закрытый, как мне сказал стоящий, который мне его продал, что это закрытый советский утерянный чемодан. Поэтому давайте 5 минут на сборы, сейчас я пока спущусь за чемоданом и вернусь. Лев Михайлович, поскольку вы человек новый на канале, предлагаю вам пару слов рассказать о себе. Ну, возраст у меня пока такой средний, 91-й год пошел. Угу. В последнее время я создал свою лабораторию в научно-исследовательском институте. И там мы занимались микроминиатюризацией исключительно малого размера деталей для электронных систем. Ну, основная работа института – это были телевизионные передающие системы, телевизионные трубки. И оттуда уже я ушел фактически на пенсию. Ага. Ну, фотографией я увлекся еще до работы в этом институте. Портрет Райкина. Портрет Боярского. Это, получается, каналья, да, вот этот мушкетер? И так далее. Много других портретов было. Угу. Лев Михайлович, как я вам и говорил, сегодня я пришел к вам не с пустыми руками, а с советским утерянным чемоданом. Человек, который мне его продал, сказал, что его не открывали больше 20 лет. Он за это ручался, поэтому внутри может быть все, что угодно. Да, любопытно. Ну а для тех, кто не смотрел прошлый выпуск, ссылочку я оставлю в описании, и вы сможете перейти и посмотреть, что же мне попалось в прошлом чемодане. Вы можете заметить, что тут такая же пломба, как и на прошлом чемодане. Похожий чемодан и у нас находился в семье. Они продавались комплектом. Был один, вложен был в другой. Система таких чемоданов появилась уже после войны. Да, как матрешка. Да, да, такая. Да. Были очень они удобны. Во-первых, они легкие, и во-вторых, довольно емкие. Тут ключика, к сожалению, нет, и поэтому я уже приноровился открывать это все подручными средствами. И сейчас... Так, это есть. Это тоже есть. Ну что, откроем историю этого чемодана? Ну, все аккуратно сложено, видимо, хозяин был аккуратный человек, это точно. Да. Советская, прикиньте, рубашка. Прям, ну, на самом деле, это сейчас прямо это достаточно модная тема. Да, есть, рубашка, да. И причем он даже без фирмы, без какой-то просто размер. Видимо, производство российское. Ну, такая она, конечно, не новая, но все равно в хорошем состоянии. Меня больше всего интересует, что же находится вот в этом кожаном чемоданчике. Как он открывается? А я-то сам не знаю, как он открывается. Ага, все, вот он сюда. Это камера. Это видеокамера. Да, похоже на видеокамеру. Ничего себе. Да, в хорошем состоянии. Ламо написано на объективе. Объектив это ламо. Российского изготовления. Но это Аврора 215. Угу. Может быть, там есть пленка? Если там пленка, ее потом обработать бы не мешало. Ага. И открыть ее в темноте и обработать. Ага. Возможно, на ней... Какие-нибудь секретные материалы НКВД? Что-нибудь изображено. Блин, я такую вообще первый раз вижу, потому что, ну, это, наверное, года 80-е, что-то типа того. Честно говоря, я тоже так как-то.
Ну-ка, увеличивать, приближать, это резко. Описание имеется? Нет? А что там еще внутри в коробке в этой? Это светофильтр зеленый, сюда накручивался. А это что? Ламо. Так залежало, что даже вытащить сложно. Я так и не понял, что это такое. Как я понял, вы тоже не знаете, да? Да. Приспособление, на котором написано, что это для кинопленки 2:8. Я постараюсь, если найду в интернете кадры с этой камеры, вставить, и, собственно, вы можете их сейчас увидеть. Сколько такая сейчас может стоить, я вообще понятия не имею. Да. Может быть, она там 1010 стоит, может быть, и больше. Ну. Не знаю, я обязательно посмотрю и... Ну, возможно, такие уже не выпускаются, время прошло. Такие-то точно не выпускаются, просто, может быть, кто-то такие коллекционирует, а это уже, да. Это уже другой разговор. Цените. Электроутюг. Кто-то взял с собой утюг, видимо, чтобы в дороге гладить. Прям новый утюг с документами. Да, совершенно новый утюг. Новый утюг, прикиньте. Блин, интересно, он работает? Ну, я уверен, что он работает. Ну, если он новый, то, конечно, он работает, да. Но за столько лет ничего же с ним не могло произойти. Ничего не могло произойти. Цена 7 рублей. Это много было раньше или нет? Сколько хлеб стоил тут раньше? Это не такие большие деньги были. Ну, хлеб исчислялся копейками. Ну, прикольный утюг. Надо его обязательно будет проверить. И в конце выпуска я, как всегда, буду проверять все такие электронные штуки. Так что досматривайте до конца. Опачки. Опа. Ага, вот она, родимая. Водка русская. Русская. Какой это год? Это 89-й год. Настоящая закрытая водка. Да-да. Она в этом чемодане, видимо, так и пролежала лет 20. Хотя она немножко, видимо, испарилась. Вот здесь вот, если заметить, что, наверное, наливались больше чуть-чуть, но... Крепость 40%, вместимость 0,5, цена со стоимостью посуды 9 рублей 30 копеек. Представляете? Утюг сколько? 7 рублей стоил? Слушай, водка дороже, чем утюг? Это вообще нормально, водка? Алкоголю я отношусь отрицательно. То есть вы вообще никогда не пили? Нет, ну в компаниях. Ну, рюмочку другую можно выпить, но не больше. Ага. Ну, я тоже так считаю. Опять какие-то тряпки у нас тут. Опа. Смотрите-ка. Дамские часики. Фирма «Луч». Ну-ка, интересно. Это золото. Написано, ну, тут стоит клеймо, и это все, это золото. Слышите? Смотри. Да. Оригинальные дамские часики, да. Сколько они могут стоить? Я вообще, блин, это же очень круто. Смотрите. Удостоверение. Районный совет депутатов трудящихся. Это получается чемодан депутата советского, скорее всего. Если это его удостоверение, да. И нехилая пачка денег. Морозов Василий Ефимович. Да, это получается, это реально чемодан депутата. Видимо, куда-то ехал и с деньгами, с золотом. Банкноты Госбанка СССР 500 рублей в листах по 5 рублей. При получении пересчитывать. Ну-ка посмотрим. Ну, вот они, цените. 5 рублей. Выпущены в 1961 году. Блин, ну это интересно. Это уже очень интересно. Да, да. Удостоверение подлинное, да, да. Угу. А депутаты вообще в то время были богатые люди? Ну, во всяком случае, наверное, содержанием они были обеспечены. Угу. Ну, и судя по тому, что находится в этом чемодане, деньги у них присутствовали. Они прям перевозили их в чемодане, по всей видимости. Да, это женское платье. Женское платье. Может быть, как раз-таки эти часики, вот как раз-таки были женские, знаете, как их типа так вот прям одевали. И последнее, что у нас есть, это Харьков написано. Это похоже на бритву. Ага, ну да, бритва, обычная бритва, похоже. Такие я даже сам застал еще, все деды в те времена брились. Была такая у вас когда-нибудь? Да, но бритва не совсем новая, видимо, потому что здесь еще была вставка. А что за вставка? Которая позволяла производить незначительную стрижку. Значит, эта часть как бритва использовалась, при переключении начинала работать вот эта часть там.
подправить виски, ага. там еще так далее. Ну, конечно, не для общей стрижки. Одну минуточку. Ага, это поднялось. И тут обратите внимание, тут чьи-то волосы, как ни странно. Ну, она, наверное, использовалась. Ну, скорее конечно. Всего, да, судя по тому, что она еще и такая вообще, поломанная. Если смотреть на все эти вещи, то создается впечатление, что этот товарищ ехал навстречу с какой-либо женщиной. Ага. Потому что женская – это самая камера. Водочка, платье, да? Да. Водочка да. и золотые часики, да? Часики, возможно, в подарок везли. Ага. И утюг, чтобы на да. случай, если тут помнется рубашка, быстренько прогладить и выглядеть неплохо. Здесь как бы уже кажется, что все, но есть еще интересная подложенная газета. Газета «Труд». Смотрите, прям реально старая газета, прям все. Так, и вот здесь данные. Вот здесь данные. 87-й год. Кому нужны такие стенды, а? Понимаете, что его волновало людей в 87-м году? Угу. Газета «Труд». Какой месяц? 5 июня, пятница. Блин, ну это прям интересно. Это очень интересно. Вообще, много ли тут денег? Ну сколько получалось, например, человек там на заводе или какой-то простой такой рабочий? Ну, если я не ошибаюсь, угу. то где-нибудь в пределах 100, 120, 150 рублей. Трехмесячная чья-то зарплата, да, какого-то обычного там, ну, возможно. Работника. Да. Интересно. Ну что, я вставил бритву в розетку, и сейчас такой, знаете, ключевой момент, работает она или нет. Я включаю ее. Работает. Не знаю, попробовать мне побриться, может быть, слегка. Ну что-то она... Ой, ну она вырывает сильно прямо. Ну, в общем, она работает точно, но прямо рвет волосы, видимо. Слишком длинный для такой бритвы, да. Дальше у нас идет утюг. Работает утюг. Он уже прям нагрелся, прям уже очень горячий. Так что 100% он вещь-то погладит. Сам факт то, что он работает, это уже круто. Ну, не знаю, ну просто, может быть, кому-то на подарок можно будет подарить советской женщине. Ну что, осталась у нас водка, но просто так открывать ее на самом деле не хочу, потому что, ну, она так запломбирована аккуратно. И, ребят, если вы хотите, я отнесу эту водку в лабораторию, и уже там проверят и скажут, что с ней стало там за, получается, 84-й год, ну, больше, чем за 20 лет. Но это при условии, если вы поставите лайк и напишите комментарий, типа, го проверь или что-то типа в этом роде. Лев Михайлович, вам спасибо большое за то, что вы участвовали. Ребят, с вас подписка, с вас лайк, с вас комментарий. И до новых встреч. Все, пока.